Вы скажете, вот почему я, ну, не женился, ну, вы даже, может, скажете, подумать, вот он женился, там у него детей бросил туда-сюда. Нет, я ни разу не женился, никогда. Я понятия не знаю, что такое жениться, что такое баба. А правда, я с девчатами работал. Это, ну, тогда мне было сколько лет? Ну, где-то 16 лет. Ну, как паспорт я получил. У нас все молодые с училища девчата были. И, в общем, я с девчатами, если вот не соврать, я постоянно с девчатами только работал. Я там среди них как король был, ну, в общем. И вот, не соврать, я где-то проработал с ними, ну, 9 лет с ними, вот с девчатами. Ну, потом после армии еще работал. И вот постоянно с девчатами. Ну, мы, я их любил, они меня любили. Вот, особенно вот когда, вот я помню, праздник 8 марта, я вот затерялся, вот думаю, вот сколько их много, их человек 20, а я один. А думаю, а что дарить-то, ёшкины? У меня 200 зарплата в месяц было, вот я получил зарплату. Думаю, а что на 200-то я им куплю-то? Думал, ломал голову, ломал. Да думаешь, да что купить-то на? И мучился, короче, целый день. А мне одна старушка заметила там, ну, пожилая, тоже с нами работала женщина. Она... Ну, поняла, о чем я мучаюсь. Подошла ко мне. А ты говоришь, это, во, конфетку, там, возьми несколько килограммов. Конфет, цветов, букет и тортику. Вот, и все, и без проблем. Я, ёшки, оказывается, очень просто. И действительно, думаю, и денег как раз на всех хватит. Ну, я так и сделал. Короче... Раз, все, а на остальным там набрал водяры, это, водки набрал. Короче, у меня как раз на всех хватит. А что там еще немножко-то осталось деньги, и одной там только девчонке, самой такой красивой, рубашку эту подарил. Вот. Ночник такой хороший, такую шелковую я ей, рубашку красивую такую купил. И вот ей одной подарил, вот этот отдельный подарок сделал, и вот. Ну, правда, на 23-е они мне февраля, все девчата одному мне все как подарили. Короче, у меня не тут ли не в 3 зарплаты они мне такие подарки сделали. Вот так мы жили вот с этими девчатами. Дружно и хорошо. Ну, вот. А с мужиками я не работал, только с девчатами работал.